Всем привет! Вы смотрите канал «Взял и поехал». Мы продолжаем сравнивать цены в разных странах и городах. И сегодня в рамках проекта «Потребительская корзина» мы проверим цены в питерском Ашане. Погнали! Вы смотрите проект «Корзина бомжа» на канале «Взял и поехал». Жестковатое название, но это я про себя. Путешествуя по миру, я решил сверять цены на продукты питания в каждой стране. Определив список самых востребованных для выживания товаров, которых, по моим подсчетам, хватит, чтобы прожить пару дней, я отправился по супермаркетам. Важно помнить, что я буду выписывать цены на самые дешевые продукты, качество которых останется на совести продавцов. Цены на хлеб в Питере не низкие, низкими не назовешь. Есть огромный выбор, вплоть до 80 рублей. Самый дешевый мы нашли за 19,59. Что по фруктам? Яблоки 69, мандарины 89 и бананы 59. Их и запишем. Картошка, верхняя цена начинается с 81, но мы остановимся на самой дешевой. Она, конечно, качество не очень, но задача у нас выбрать дешевое, поэтому 21,90. На помидоры цены везде космические, самые дешевые 197,50. Огурцы, кстати, от 70, но их в нашей потребительской корзине нет. Курица 119,90. Цены на тушенку варьируются примерно около 300-400 рублей, но есть производитель каждый день. Здесь килограмм обходится в 76 рублей. Я думаю, для нашей дешевой потребительской корзины он подойдет. И вообще продукция каждый день, ее будет много в нашем сегодняшнем обзоре. Похожая история с макаронами. В основном цены около 50 рублей. Но каждый день макароны полкилограмма 14 рублей всего стоят. Их и запишем. Русский сахар 39,92. Какой-то известный шоколад вроде Аленки стоит 64 или Альпенгольд 38. Мы же снова остановимся на продукции каждый день. 19 рублей за 100-граммовую плитку. У нас нет колбасы в корзине, но цены варьируются в районе 400-500 рублей за килограмм и выше. Самая дешевая от той же фирмы каждый день 172 рубля за кг. Если бы мы снимали обед бомжа, то можно было бы и бесплатно колбаски поесть. А это Великолукский мясокомбинат, да? Можно попробовать? Конечно. Это для меня. А камеру на себя так. Хорошо. А вы в сфере колбасной... Вообще никак не связан. Не переживайте. Вы, наверное, снимаете какой-то ролик. Наверное, для Ютуба. Ну, я вообще про Ашан снимаю. Для Ютуба? Мы сейчас будем в Ютубе? Ну, не сейчас, через недельку. Для Ютуба, да. А можете сказать «взял и поехал»? Взял и поехал. Круто. Можно колбаску? Можно. Все, спасибо. Как потом в Ютубе искать? Набрать «взял и поехал»? Взял и поехал, да. Нормальная колбаса, кстати. На соках мы снова останавливаемся на продукции каждый день. 32 рубля запишем. Но другие бренды тоже вам покажем. 54, 77, 87. 5 литров воды от того же производителя 33 рубля стоят. Другие производители, например, Шишкин лес, 65 рублей. Неплохой лимонад, кстати, здесь продается. Он идет мимо потребительской корзины у нас. Пиво все тот же каждый день. Он самый дешевый. За пол-литра 34, за литр пишем 68. А я возьму себе нулевочку. Пришла очередь сыров. Самый дешевый мы видим на нижней полочке. Стоит 29 за 100 грамм. И за 200 грамм получается 58. Нашумела история, когда в российских магазинах по 9 яиц вместо 10 ставили. Но я не вижу на самом деле ни одного такого лотка, где 9 яиц всего. А что по ценам? Самые дешевые были по 56, но их нет. Поэтому мы запишем то, что есть. 62, 37, и это все тот же каждый день. Из других цен вот 73, 80, 180. 180 это уже за 30 штук. Цены на молоко. Самое дешевое 34, но здесь 900 грамм, поэтому пишем за литр 38,27.
Масло сливочное самое доступное 388,90 за килограмм. Надо сказать, что есть всякие смеси, состоящие из масла, но это чуть-чуть не то, поэтому мы записали то, что записали. Ну что, на этом все. Для того, чтобы сравнить с другими странами, надо бы перевести все в евро. Но уже сейчас можно сказать, что цены намного дешевле, чем в Европе. И важным фактором в ценообразовании сегодня у нас является то, что у Ашана есть свой производитель каждый день. И эти продукты очень занижены в ценах. Надо это иметь в виду. То есть, если исключить этого производителя, то сегодняшняя потребительская корзина стоила бы намного дороже. Смотрите другие наши выпуски из Питера, смотрите другие выпуски потребительской корзины. Вам всего хорошего, подписывайтесь на канал. Чао! Вы посмотрели корзину бомжа. Новые выпуски будут совсем скоро, поэтому подписывайтесь на канал «Взял и поехал» и «Взял и поехал лайв», а также на наши страницы в Фейсбуке и Инстаграме. Питайтесь правильно. Пока!